Итак, Night Slashers. Да? Да, он самый, но я думаю, перед этим всем ты зашел бы сюда. Сначала в игру. Да, сейчас зайдем, сейчас все будет. А то, может, не зайдем. Вот, невозможно и такое. Я, главное, не запустил музыку, у меня пошла из этих, из какого? Из Чип и Дейл. Ага, нормально. Вроде как в начале. Вместо Night Slashers. Так, Крик тут живет, да? Угу. Ну там обычно если сразу не законодится, то может не пустить, и надо пересоздавать. Так и есть. Да, я понял. Ну, пересоздам. Так, Night Slasher. И... Так, готово. Ага. Крик тут живет. Кстати, довольно странно, что предыдущая игра весила так много. Да? Угу. Ну все, я готов. Кидаю монетки. Жмакаем старт. Я, наверное, девушку возьму. Ты не против? Да нет. Ну что, драться ногами не люблю. Так, нажимай там старт. Сейчас, минутку. Угу. Бей. О. Это как так? Это я! А это я. Это я. Уничтожьте всех зомби и мутантов в госпитале, еврей. А зомби и мутанты? Да. А то зомби-мутанты. Не, ну все зомби-мутанты. Или все мутанты-зомби. Пуф. Главное, Капитан Америка не с нами. Обалдеть. Так, кнопочку держать нельзя, надо мышить. Китайский пафосный иероглиф. С разгона есть удар. Вперед-вперед удар. В воздухе есть вперед-вперед удар. Или мне кажется. Да, и меня кушает. Эй. Эй, прекрати его кушать, да? Да, да, да. А, с разгона прыжок удар. Да нате вам. Птица Феникс, помоги мне, да? Нет. Пауэрсторм. Добро пожаловать в Суплекс Сити. Я сказал Пауэрсторм, и потом ооо. Не, я хочу зомби втоптать землю, как потом тот. Вот так. Вот так. Вот он. И вылазит, вылазит. А, точно, если вот так вот бить, да, вниз. Угу. Ну я понял. Когда втаптаешь. Че, тебе не нужен слиток золота? Ну зачем? Я зомби бью, блин, морд. Тут, кстати, можно зажать кнопку удара и ага. Делать. Вот так вот. А у тебя другой, отпускай, а то передержишь. Айс, там. Глянь, там в этот, на фоне дискотека у ребят, они танцуют. Эй! Лучшие тусовки. Боже. Кейс. Money in the bank. Если ты смотришь, нет? Power Storm! Чё-то я не вовремя. Да. Со своим Power Storm'ом. Ай. Бей его, бей. Я забыл. Держишь кнопку, она что-то ускоряет заставочки. Так, сейчас подожди. Will my friend... Короче. Посмотрим на твое лицо, когда мы тебя побьем, как ты будешь лоба. А чё ты не берешь бутерброд или ждешь? Я жду, чтобы его взять. Так, 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 дай-ка, дай-ка. Не вышло. Птица Феникс. Ой, не дрить! Огонь! Как был мультик старый про ведьмочек. Там у каждой девушки. Уж не Slayers ли случайно? Какая? Не Slayers, нет? Нет, другой. Там у каждой своя стихия ведьмы, и заставочка русская была на... Смотри, как мы... Да-да. Одна из них кричала огонь таким классным голосом, просто так... Огонь! Прошло лет 10 с тех пор, как мы это видели, до сих пор ржу. Любое огненное заклинание. Так, ну вот, друзья, пришли поглядеть на меня. Нет. Кажется, тебе не понравится вечеринка. Дискотека! Так, ну, давай его гендерным бутербродиком. С двух сторон. Так. Сейчас он нам покажет бутербродик. Power Storm! Зря я его, наверное, сделал. Так, на. Я тоже хочу силу электричества. На! Черт.
свалился. Братан! Хотя ладно, не сравняли по жизни, по количеству жизни. Дына. Ой, бей его, бей его! Да бью, бью, видишь? Не получается. Птица Феникс, помоги мне! Феникс Бласт! Все, сдулся. Собака. Хай! Так, и чего? А, Station One Clear, все. Ну, убейте всех зомби и мутантов. Убили. Все просто. Ха-ха-ха! Вы, типа, неплохо справились, человечешки. Да блин! Ты никогда не остановишь наш демон, все, короче. Рожа такая вообще. Да, ну это вампира. Не дают прочитать, слишком быстро. Ой, ой, меня мышь ест. Причем мышек я выпустил с бочки. Кого, кто только уже тут не ел моего бедного героя? И мышки, так это еще эти вурдалаки, чикаги, которые полуволки, как их зовут. Оборотни. О, это Джонни Шторм. Что? О, хорошо, ты запросил на парня. Посмотрел новую часть, новый фильм, Диская четверка, нет? Да не, я что-то в последнее время ничего как-то не смотрю. Такая какашка. Ты можешь представить фантастическую четверку 15-летними школьниками? Нет. Ну, я тоже не мог, опа. А как же тыква? Бежит, бежит, бежит. Автоматом бежим. Да, автоматом мы убьем своими сплэшелами. Бегем. Бежим, короче. А Нео Гео уж потом же СНК выкупила. Что там было бы с Нео Гео? Не скажу так уж прям. Ну, мой партнер и я преподаю. Мы вам преподадим на урок. Извините, вдвое не хочу заниматься, меня тянет на сон. От учебы. Поэтому огненных вам снов. Enemy 1, Enemy 2. Ты кого больше любишь, дедушек или робо-мальчика? Сложный вопрос. Мне тоже сложно ответить. Меня убили. Ну, в общем, когда я был маленький, Буратино меня не вставлял. Пробую вот этого чувака. А когда выбираешь, они отваливаются, что ли? Да. Хватит же меня. Все по классике. Да ну! Гори в огне! Так, минус один. Так, бей квазика. Ударил. Квазимода. Чё-то я под раздачу попадаю все время. Хорош. Так, по кристальчику на брата. Ты чё, не просто очки прибавляешь, что ли, кристальчик? Понятия нет. Ну, таркада всё же на поинт построена. Так-то нам. Money in the bank. Чё стингер. За стингер вот этот, я понять не могу. Я в стингере, чё? Вот-вот. Китайские пельмешки. В землю-то вбил. Да-да. Ой, я как-то от тебя отпрыгнул. Так, тут без огня не разобраться. Феникс Бласт! Бутер возьму. Рисовую кашку тебе оставлю. Okay. Так, а ну не скролл экран, давай. Я хочу от тебя как-то отпрыгнуть. Не знаю, как я это сделал, но... Ай! Меня тут заблюют пока. А ну... Тут как-то наверняка совместные атаки есть. Да, совместные как-то есть. Как? Сейчас голем какой-то вылезет. Да. Ой. Да. Я пафосный большой. Ай-я! На! Добро пожаловать в Суплекс Сити. Вот. Мне как-то... Красоте. Да блин, и мимо! Ио, и мимо! Ой, бодислэм. Да ну тебя!
всем лежать. Мамка пришла. К сожалению, небольшая, обычная. Чё ты это, во всех игрушках за женских персонажей играешь? Во всех аркадных, во всех случаях. Всё, что ли, ты его удел? Ну, вроде да. Чё? Я думал, это мужика взять, которым ты играешь, но он дерётся ногами. Ник круто. О, бонус игра какая-то. Hungry Burger? Чё тут надо делать? А, бить их ногами. Так, оп. Ну я так как-то только ногами бью, но не попадаю почему. Надо в упор подходить прям. Тайм аут. Ты победил. Жесть просто. И зомби такие болельщики. А посмотрите, замок. Так. Это ж Кастлвания. О, Нейм меня троллит. Привет, Нейм. Привет, Неймас. Да бей его. А, сила огня. Вот, вот, я бью его, бью его, видел? Видел. Power Store. Я с кейсом, я деловой. Все. Это ж ВВЕ есть, Money in the Bank, и тот, у кого есть чемодан, может в любое время кинуть вызов чемпиона. Кстати, я зажал вот этот хадукен, ну, ауру включил, нажал вниз сюда. Точнее, когда отпустил вниз, по-моему, что-то другое было. Надо попробовать. Надо реально попробовать. Еще раз, что там с аурой, когда зажал вниз? Ну, вниз удар ждешь, потом они не просто отпускают, а вниз. Возможно, показалось, кстати. You got me on guard. Ни хрена себе Golden X как и пошел. Сообщения бегут так быстро, что никто не заметит, что я гей. Да, в воздухе можно отпустить. Хрена себе. Ага. Джонни Шторм, ну я его подпалю еще раз. А, это его ходок. Ты, блин, не вовремя. Wait, wait. Сейчас, мобы будут, я выберу. Лежать. Хай-я. Папа, что? На! Только что потренились в этой игре, там тебе кашка упала, еще теплая. Малышка. Да. Овсяночка, прям из зомби. Может... Огня им? Да, может Феникс Бласт? У них мозги взорвались. Как в треке Teenage Mutant. Да ядрить их тут. Парень в маске просто. Ты потом Америку взял? Джакс только бил. Да, белый Джакс, причем он как этот, как Модер Токен выглядит. Шири-шири леди. А в воздухе? Ой. Ой, действительно, ой. Типа я вас не пущу, ши. Шел на спас. Вырезай своего Хэллоуин костюма. Костюма для Хэллоуина, типа. Ты чё-то... Ой. Эй! Давай его с двух сторон просто. Быстрее, я его держу. Ты что, у меня не получается? Так забей на удар просто. Да надо было с двух сторон. Вымел колбасит. Ай-я! Чё-то мне тут хронически не везет. О, давай. Бедный рыцарь. Все. Так, а меч? Ага. Так понимаю, душа врага все-таки была в мече. И какие статуи. Прям как в Марио, они рисовать волосы, сделали кепку. Вот тут же самые статуи. Ой, передержал кнопочку спасите от зомби.
О боже. Ну какой толстяк зеленый. Не знаю, где я, но я хочу Феникс и Бласт. Феникс Бласт. Так, какая куча мало. Смэш. Она, кстати, этот амулет ему на голову прилепила. Угу. Пошли вон. Так, команда была лежать. Я опять деловой. Почему забавно смотрится? Бери его. Ой-ой-ой-ой. Power Storm! Не вовремя только. Угу. Толстый Фидель Кастро. Мы подарим свой билет на Кубу. Чемодан еще камень, там гидло. Уже за экраном. Ни хрена себе! Как это? И парни из Splatterhouse прибежали. Да, кстати, в новый Splatterhouse поиграть. Который как новый, он 11-го года. А на чем он, на PS3 или Xbox 360? Да, на PS3, наверное, на бокс еще был. Там вроде геймплей так себе, но завязка сюжетная вообще клевая. Надо посмотреть, насколько это. Дробы. Так себе подсказывают на им. Не, ну я люблю трешачок иногда. Блин, хотел Power Storm сделать. Сюжетный. Ну, блин, первая же была такая игра, по сути. Да, примитивный даже. Хай-я! You cut me on guard! Опять меня едят. Все, кому не лень, едят. А меня просто подрезали в бочину. Всех просто кашу. Так. Вы, людишки, думаете, можете уйти от меня? Тебе так нас просто не запугать. Там вимп написано как не нам. Типа, чтоб не было пародия на вампира. Написано через W. А чё ты мой удар ему не нанес, а твой очень даже нанес? Потому что я бью с воздуха, а ты земли. Вот тебе, вот тебе, вот, вот! Давай в бутерброде там снова. Хай-я! Где ты там? Ладно, досталось опять мне. Правильно. Ну нафиг. Капец какой-то просто. Граф обдолбакула. Все, кончился. Хай! Я уж думал, ты опять свой фетик выпустил. Пять монеток, пусть будет. Третий уровень пройден. Даже если вы победили меня, вам никогда что-то. Ну, зло никогда не было так близко к своему чему-то там. Короче, вам никогда не дойти до замка, что ли, чего? Никогда не говори никогда. Бей, никогда нас не победить. По-моему, самое время для... Стингера? Я не знаю, как она мне называется. Что непонятно, что там говорит. Я опять деловой. Вот он из рук стреляет мой-то. Да-да-да, он. Четвертый удар в комбе. Короче, стражи пирамида. Два штуки. Это ваши последние слова. Я почему-то влетаю всегда в тусу и получаю. Охренеть, что творится. А что-то о них не отнимается нифига. А у них узбар вообще, там просто один на другом, там непонятно, отнимается или нет. Ой-ой-ой. Гильотинку, там что-то сложное.
Так, так она вроде долго, кстати, видится долго на аркадная игра. Dungeons and Dragons? Угу. Часа на три, скиллы, эльфы, маги и так далее. Горите! Сделай уже что-нибудь с ними. Я сбил. Они захватили тебя, я его сбил. Что я еще могу сделать? Вот меня снова подкинул, так клево. Все. И я тут капитан появился. Там Армения прибыл. А портал закрыт. Нам нужно найти другой. Поспеши. Так как в бафе победительница вампиров? Наверное. О боже. Это ж кровавый скорпион. По-моему, самое время, нет? Рано. Было рано. Я. О боже, синий огонь. Это как красный, ну ты понял. Ну только синий. Да, именно. Да что ж такое-то, все эти толстопузы налетели. Вот как. Хорош. Быстрее. Опять оп. Этот рыцарь. Пум, пум. Вот более пафосный меч. Неужели сюда? Да, блин, дырочки такие, самолеты с фюзеляжа. Только теперь желтые. У тебя меч другой. То есть меч командует рыцарем, а не наоборот. Вот такого не стандарт. А, я еще жив. Да, не знаю, как это случилось, но... Ну окей. Я тоже умею кастовать огонь. Нет, не умею. О боже. Я. Ну, по крайней мере, эта игра круче, чем первая, вторая часть Барнака. Все врешь-то, который? Да. Самый. Кстати, Барнаку куда спать, чем все это прыгать? Там реально на нормале очень сложно пройти. Чуть так быстро-то запинали. Либо наоборот, не помню. В общем, японка легче, американка сложнее. Что странно. Ты что-то так быстро запинывает-то меня, ужас. Я не успеваю появиться. Я. Да нафиг. Дурочка, нет. Девушка должна была взять тортик. Чё ты вот топчешь? Давно у меня не было таких достойных оппонентов, типа. Мы тебе морду-то начистим, типа. Накоси тебе ножичком. Так. Ага, хорошо. Ну а дальше ты справишься. Дальше мне нужно зарядить чакру свою. Эй! Суплекс! Я тоже хочу. Попал. Ты куда? Я не длинные ноги. Надо было в другую сторону. Почему она не развернулась, подруга? О. Всем лежать. О. Феникс Бласт, последний аргумент, да? Да, да, да. Феникс Бласт. У ее коленом прям в нос. Видите, он толстый. Так, надо бутербродиком зажимать и просто бить. Куда эффективнее, куда проще. Надо просто зажать.
там процесс. Ай. Блин, она во время комбу вешает печать на врага, классно смотрится. Сложно разглядеть, но смотрится реально классно. Да чтоб тебя, фараон, чертов. Ой. Фараон Наполеон. Эй! Закомбил просто. Знаешь, гори. Просто сгори и все. Феникс Бласт. Главное встать и умереть, как в Mortal Kombat. А, опять бонус гейм. Чё теперь? Hit the button. Hit button. И чего? Так, какой button? Я красный жму. Боже ты мой, ну я не умею мышечки кнопочки, я на Неймо немножко отвлекся. Хлеб с маслом. А, теперь я уже. Да. О боже мой. Что, моя попытка? Нет. Прикольно. Да. Остановись. Сюда, а. Типа, нет. Да. Типа, закончим с этим. Нафиг. Так. Взрывы просто. Вижу, в кабине лежат две руки чьих-то. Пилота видим. Да, видим пилота. Ай, ну я вот... Да на тебе вам, да ёперный театр. Нет, моя очередь. Ну вот теперь моя. Павла, что? Ты все. Почти. Ух ты, ёж, ты ж. Грим Рипа. Ух, ё, их двое еще. Нет, он призвался полудруга. Надо вот катализатор всего плохого тут. Как Грим Рипа. Лежать. Лежать. Ай! Братан, ну чё ты так? Нормально же общались, да? Ой, хорош. Ой. А ты нечестно, ну какой стан? Да. Такой он вообще. Ну и где этот Грим Рипер? Ядрить невидимый вертолет. Зомби пилотом. Что за? Он бьется. Просто прыгай, бей. И все. Окей. Такого что-то еще не было. Я. Интересно, чем он именно нас замочил. Так. Ай-я. И кишки наружу. Босс невидимый вертолет. Да. Полувидимый, не знаю. На тебе бургер. Окей. Кейс. Которым тортик. Представь. Я думал, в кейсе переносит, ну явно не тортик. Не, ну типа спасибо. Ой. Усталый, который Соник собрал. Ну, ему не повезло. Прикинь, если босс здесь был Соник такой. Ай-я. Большущий такой Соник. Опять я как-то сделал этот огненный слэм, так и не понял как. Все. Опять, а, теперь будет всех вопрос. Этих? Ну да, как обычно. Боссов. Мне так понравился аркадный этот. Чужие против хищника, аркадные. Но при этом так тупо под конец игры, когда все могут бегать вместе, то есть ты часть игры сражаешься с солдафонами, часть с чужими. Потом эти вместе в пати, грубо говоря, нападают и солдаты, и чужие. Просто бегут эти. Где логика? Эденька. Yeah.
Поздно, поздно. Так, я подожду, пока не встанут. Хотя бы одного. Пипец. Ай-я. Да задолбали же ж. Не, колбочка, мана, наверное. Зоны, кстати, ничего так. Бери эту, идут. Не успел. Блин, синий что-то там. Опять, опять кого-то. Граф обдолбакула. На тебе. О! А это как? Ну это я тебя под суппортом. Ядрить. Братан. Эй! Барнак, тебе... когда тебя хватаешь, можно было суперами сбежать охвата. Тут все куда хуже. Охренеть, смерть. Power Storm. В общем, когда она встает, мы рядом не подходим. Все просто. Да сколько можно? Я таки попал. Привет, Рус 86. Рус. Эх, как хорошо все начиналось. Нет, 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 не туда полетел. Когда он раскрутился. И бегом от него, да? Ой-ой-ой, ну это новое. А я не знал. Так, что там хочет? Закидал меня просто. Да ну! Как шестой босс, как шадоу босс и батл тосс. Только тут нету люстра. Ебать. Дайте люстру. Ой, ты хорош. Зачем ты взял его? Взял и не кинул. Да. Неужели все так тупо? Как в Mortal Kombat. На сиге. Когда идешь назад и резко прыгаешь вперед с ногой, бота сюда да пропускает. Так, зажимали те. Че это он там ручкой хотел сделать? Я! Все что ли? По-моему, да. Стоит 6 клир, интересно, сколько у тебя всего? 7. Я не верю, что последний босс был в лифте. Да. Реально, ну, настоящий злодей. Настоящий злодей. Враг, да, нас ждет. За стеной, что ли? За стеной бонус на уровне. Блин, такое чувство, что она должна бегать и три мешки продавать. Глянь на ее анимацию бега. Реально курьер. Или мешки. Как тут совместные атаки хреновые? Просто когда ты на меня прыгаешь с ногой, я нажимаю удары, все. Возможно без удара, если прыгну. Вот так вот. Ловлю. Ты меня не ловишь, я тебя ловлю все просто. Прикольно. Прикольно, если ты хоть раз так сделал. Ядрить. И Шимитсу какой-то. Смесь Шреддера, Раптора и огненной головы. Я король Заратус, говорит. Король Золтан. Где моя тачка, чувак? Золтан. Превращу этот мир в королевство для мертвых, ядрить. А я...
Эй, огненный щит нечестно. Вот это я им прописал. На тебе, суплекс. На тебе, суплекс. Ну да. Так, ну под конец надо выпустить моего Капитана Америку. Я так не делал. Ого! Отпусти меня на волю! Просто ваншоты. Ни хрена он моет. Ай. Вот. Ну ты тогда не сбил, я сейчас сбил. Вот он, суплекс. Добро пожаловать в Суплекс Сити. Нет, капитан Армения не смог. Нет, девушка. Да ядрите. Сила женщины. Ай-я. Так, хотел проверить, можно ли в воздухе супер нажать. Не успел. И это все. О, нет. Блин, как я не люблю, когда мигает. Опять же, вспоминать третью часть Барнакл, там в конце второго уровня, когда надо двух боссов женщин бить, там такая дискотека, так глаза болят просто. На Сеге это не замечалось, мы недавно проходили, ад просто. Кстати, да, абсолютно правильно, про робота. Опа. Ага, зомби подконтрольные все-таки. Они все уничтожены. То есть есть зомби-метеорит, который управляет зомби. Мы это сделали. Пора прощаться. Пока. Спасибо за все. 3 месяца спустя. Охренеть. Ну чё, вот такая вот. Типа китаянка вот эта вот? Вакапулька с сестрой пошла. Вместе с Чунли. Или это брат. Помоги мне сражаться с демонами. Дата Ист. Че, прикольная игра. Да, надо написать козырное все. Гейм черепок овер. Отячить. Кстати, ничего, та карта. Сигур, сражаешься с демонами нежити, а в конце тебя ждет Сан-Робот.